Всем привет! Сегодня такая тема не очень хорошая, как летняя жара, листики вот такие вот. Что это такое? Почему так происходит? Вот фитиль. Вот. И как с этим бороться? Хотя не всегда с этим можно бороться. Короче, это бактериоз летний. В общем, фиалочки теряю. Видите, вот замокают. Вот такие листики. Видите, ужасные какие. Как тряпочки. Вот тут у меня наконец-то появился пациент, что я могу вам показать наглядно и рассказать, что к чему. На первых стадиях, конечно, можно побороться, пролить магникором или Привикур был старый такой препарат. Вот смотрите, видите, какой жах, який жах. Вот. В моем случае уже здесь вряд ли что поможешь. Единственное, что можно снять, только листики. Также, вот видите, вянут от этого бактериоза. Вот, видите, что делается. С цветами. Цветы не стоят. Этот цветочек еще как-то удивительно стоит. Все остальные, вот видите, вот, смотрите. Все валяются. Все валяются. Такое вот. Теперь смотрите, что творится стволиком. Причем она стояла у меня внизу. Вот эта вот фиалочка. И я только что полезла поливать и увидела, что вот с одного боку, видите, я просто вот так вот снимала эти листья. Смотрите. Раз и оторвала. Вот видите, отверстие. И вот так вот они снимаются, эти листья. Если вы успеваете ее переукоренить, было бы отлично. Вот, смотрите, красота какая. Просто жесть. Вот, ну тут, конечно, сильных таких парад немає. В плане, как поможет ли этот Привикур, не поможет, или Магникор. Реально, я не уверена, что он помогает. Он помогает только в первых стадиях. А еще даже не в первых стадиях. Он помогает просто, как, ну, чтобы предотвратить это дело. Это надо было делать до жары. Пролить всю коллекцию этой штукой. Он стимулятор такой хороший. Вот. Так что вот. А теперь уже все. Викинштейн. Ну, может быть, пару листиков, если получится. Успею снять с этой фиалочки. Так что смотрите за фиалочкой. Если вы видите, вот листики начинают вот так вот нижние вять, вот это вот водянистые, вот такие вот, да, вы их отрываете, смотрите за фиалкой, сразу пролейте ее чем-то. Ну, вот этой штукой, что я сказала, не чем-то, а Привикуром. То есть сейчас он называется Магникор. Если вы не успеваете, то тогда хоть снимите пару листиков. Вот эта жара нам такая, вот эти перепады температуры. Вот жара, это, конечно, беда для фиалок. Даже если кондиционер, вот я сейчас включила, 2 дня у меня работает кондиционер, но он мне сильно толком не помогал, не помог с этой фиалкой конкретно. Хотя она стоит у меня внизу, там у нее, в принципе, не жарко. Не на верхней полке, как многие фиалочки. Вот это вот бактериоз, вот смотрите, что он делает, какие вот, какую красоту он наводит с фиалками. То есть, если вы видите первые признаки, пытайтесь ее как-то спасти, поставить ее на холодное место, куда-то там. Пролить обязательно, и потом надо будет спасать. Я уже, конечно, вряд ли спасу, смотрите на это безобразие. Ну, не без этого. Тем более, это еще, смотрите, все-таки это пестролистник. Это розовая акварель моревская, можете даже, вот смотрите, как цветок очень красивый. Это пестролистник, вот. А пестролистники страдают в жару чаще. От этой ерунды, от этого бактериоза, от жары. Так что вот так вот следите за своими коллекциями, берегите фиалочки и запоминайте название Привикур. Бывший, сейчас Магникор. Можете просто пролить этим препаратом ради профилактики даже вот фиалочку. Просто пролить ради профилактики. Смотрите, как снимается. Просто снимается, как будто бы так вот просто подошел. Не рвать не надо ничего. Вот такая вот у меня была фиалка. Теперь у меня вот такая красота возле фиалки. И это я сняла еще не все листья. Начинается, кстати, вот смотрите. Начинается с листовой пластины, а потом уже переходит туда. То есть, если вы видите, что листовая пластина у вас вот уже начинает вот так вот гнить. Ну, вот такая мокреть. Вот смотрите с обратной стороны. Сейчас покажу вам ее. Вот. Видите, как она выглядит. Вот, если вы видите, что она вот в такое превращается, все, сразу же спасаем фиалку. Вот такие вот дела. Берегите фиалочки, лечите их. Пожалуйста, не запускайте. И они будут радовать вас цветением. Всего, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока-пока.